Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с рубрикой «Прячь и ищи». Всем здорово! И сегодня, ребят, наша рубрика пройдет на огромной территории богатого района. У нас есть по 3 тачки на каждого. Это суперкары, изи-классики из Аренвар и огромные бигфуты. И сегодня мы эти тачки будем друг от друга прятать во всей территории вот такого вот района. Ну а далее мы с Пашем засекаем время, за которое должны найти тачки у нашего соперника. Дается нам ровно 4 минуты. И напомню, ребят, выбираем тачку, которая нам понравится, и забираем ее для 3 жестких испытаний, в которых мы будем сражаться за первое место. Но кто сегодня победит, вы узнаете далее в этом видео. Я, ребят, желаю вам приятного просмотра. Давайте так, если вам нравится рубрика «Прячущий», поддержите лайкосиком, и тогда эта рубрика будет выходить намного чаще на моем канале. Ну а также не забывайте нажимать колокольчики, чтобы не пропускать новые видосы и быть всегда на них самыми первыми. Ну а мы с Пашей погнали прятать тачки! Пау, срочное включение. Ребят, у меня для вас есть важная информация. У меня есть цель набрать 400 тысяч подписчиков. Но я заметил, что на меня подписаны всего 10% людей из тех, кто меня смотрит. И 90% даже не знают, что не подписаны на мой канал. И если ты заметил, что у тебя вдруг не нажата красная кнопка «Подписаться», то жми ее скорее так сильно, чтобы можно было ее сломать. И я уверен, что вместе мы сможем добиться поставленной цели. Надеюсь, ты меня поддержишь подпиской. Но я желаю тебе приятного просмотра! Ну а в сегодняшней серии Паша забирает себе синюю коллекцию тачек. Это суперкар, изи классик, кошмар и вот такой огромный бигфут. А я себе забираю вот такую Бугатти, изи классик, фантастика и тоже крутой бигфут, только это получается у меня маршал. И давайте начнем с Бугатти. Первым делом пойдет прятать эту обалденную лимонную тачку. Посмотрим, кто сегодня место найдет круче Флейзен либо Джел. И первым же делом, ребята, я отправлюсь на границу нашей карты, на границу территории и спрячу эту тачку прямо вот тут за забором. Смотрите, мне кажется... Подождите, либо вон там снизу спрятать, я даже не знаю. Нет, давайте все-таки вот тут, возле забора спрячем, потому что тут ее будет труднее всего достать, а значит, Паша будет еще тянуть время. Так, 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 едем дальше. Давайте прям в тупик заедем куда-нибудь и спрячем ее. Ну-ка, вон оттуда сзади ее видно, давайте еще дальше проедем. Так, максимально далеко, насколько это можно, и вот тут находится уже выезд. Так, все, я предлагаю тут эту тачку и бросить. Смотрите, это довольно жесткое место за границей, точнее, на границе, прям ровно возле заборчика. И оставляем эту тачку прямо тут, погнали за следующим автомобилем. Ну а на очереди у нас изи классик, ребят, либо бигфут. Не знаю, бигфут или изи классик. Ну смотри, Паша взял изи классик, так что давайте тоже возьмем изи классик и будем его где-то попытаемся на крыше спрятать. О, я даже знаю крутое место. Все, ребят, выдвигаемся к мастерской, может быть, там попробуем спрятать эту обалденную тачку. Аккуратненько в дрифте заходим. Ой-ой-ой, тачка реально дрифтит по-жесткому. Смотрите, ребят, видите вот эту крышу? Можем попробовать вот сюда вот запрыгнуть. Аккуратненько, аккуратненько. А дальше с этой крыши попробовать запрыгнуть прямо вот на эту крышу. Блин! Смотрите, довольно жесткое место, в котором, я думаю, Флейзен не догадается найти эту тачку. Так, раз, два, три. Давай, тачка. О, идеально. Нет, я перепрыгнул. Это так не считается. Я не думал, что тачка настолько высоко прыгает. Ладно, раз, два, три. Оп, давай, 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 давай. Идеально, вы посмотрите. Просто самое жесткое место для тачки, ребят. Оставляем ее тут и погнали за последним нашим бигфутом. Нашу гигантскую точилу сейчас тоже будем прятать. Смотрите, Паша все-таки быстрее меня спрячет тачки. Ну, посмотрим. Вот это будет самое жесткое. Бигфуты, они настолько громадные, что их вообще просто трудно для них найти идеальное место. Так что будем искать что-нибудь крутое, ребят. Надеюсь, можно настройки. Нет, настройки палено. Давайте найдем что-то прям идеально подходящее. И как раз, ребят, помните, я хотел спрятать в водостоке вот тут вот. Так что можем просто-напросто бигфут спрыгнуть, точнее скинуть этот бигфут сюда. И где-нибудь вот здесь его по-тихому можем даже и заныкать. Ну-ка, получится вот тут где-нибудь спрятать его. Смотрите, во, идеально. Там как раз есть туннель такой, прям в туннеле, я думаю, его и запихнем. Хотя нет, вот тут еще крутое место есть. Так, все, ребят, просто не знаю, Флейзен догадается, не догадается. Я думаю, бигфут надо будет оставить прямо тут. Так, нет, его вон оттуда спереди. Не-не-не, его с границы будет видно. Давайте мы лучше в тот туннель спрячем, все-таки там будет беспалевней. Аккуратно возле стеночки, просто припаркуемся сейчас. Ну, слушайте, это довольно жесткое место. Все, оставляем его прямо тут и погнали встретимся с Пашей. Будем искать ровно 4 минуты и посмотрим, кто сегодня найдет тачки круче. Ну, я, ребят, уже встретился с Пашей, мы подготовили по 3 байка на каждого, на которых сегодня будем искать друг друга тачки. Ну, напоминаю, Паш, нам дается ровно 4 минуты и мы перевозим тачки вот сюда, на нашу базу. Ты готов? Конечно, я готов. Раз, два, три, погнали. Все, время засекаем, ребят, 4 минуты, поехали. Я смотри, все твои тачки. Сейчас я тачки собью, ничего не найдешь. Смотри, я пока что буду по самым банальным местам. Если это по дворам, может быть, где-нибудь во дворе. В контейнере. Ну, давай, давай. Опа, контейнеры? Кстати, контейнеры. Я знаю, где есть контейнеры, они есть настройки. И ты любишь настройки прятать тачки. Я поеду на настройку. Нет, там ничего нету. Да, ты серьезно? Ты серьезно, ничего нету, говоришь?
Ну вот сейчас и проверим. Это то, что я проеду, посмотрю. Если нет, значит ты честный человек. Если ты меня обманул, то ты фрун-пердун, понятно? Хорошо. Я честный человек, знаешь. Давай проверю. Так, аккуратно. У меня мотоцикл задом едет, как это? Как это работает? Так, Дан, а ребят, у тебя есть заезжаем. Тачки во дворах, а? Во дворах тачки? Вроде бы нету. Слушай, вот. Я даже, если Точно? Честно, немного забыл, где свои тачки прятал, и это очень хорошо. Смотри, на стройке реально ты не прятал, я всю стройку объехал аж. Давай. А где ты прятал-то? Подожди, если не на стройке, то ты, значит... В мастерской прятал. Ты хотел вообще сегодня бы найти, а, братан? Я, смотри, обязательно. Да. Изи классик, потому что тачки из Эренвар. Бигфут бы хотел найти. И можно было бы еще найти что-нибудь прикольненькое. А я бы хотел только, наверное, изи классик. Ну, изи классик спрятан, ребят, очень трудно. Например, ты ее, мне кажется, вряд ли найдешь. Ну, слушай, я тебе дам подсказку, потому что она где-то... Ну, около границ спрятана, то есть в центре ее точно нету, да, вот так вот подсказочка такая. Братан, я, конечно, не Easy Classic нашел, но, ну, вроде... Так, а чё? Чё нашел? Я нашел Бигфут, противоположность. В смысле Бигфут? Да вот так вот нашел Бигфутик. Это нечестно, Бигфут это жесткая тачка. Опа, получается... Давай, чё такое, чё получается? Я просто посмотрел, тут это ничего особого нету. Я нашел Easy Classic. Он как-то... В смысле? Я ничего не понял. Он слишком палевный. Мастер прятания, конечно, машины. Давай я... В смысле он палевный? Он там идеально сидит. Чего? Ребят, я под водой еду. А, нет, все, я заглох. Я под водой сейчас только что ехал, ты прикинь, на мотоцикле. Нормально, я ехал к твоему Easy Classic по воде, Паша, и я нашел первую тачку. Вот, вижу. Ну, слушай, знаешь, что мне? Я тебя раздавлю. Не надо. Да. Ты че? Я конец. Ты ко мне даже не заедешь сюда. Уходи. Ты уехал там, да? Надеюсь, я уехал. Я уехал, да, на спаун. Аккуратно, боковой рывок. Давай. Нет! Главное не утопить, если классик, подожди. Я выпрыгну. Аккуратно. Да это жесть, эта тачка неуправляемая просто. Я если классик пытаюсь. А что он не управляется? В смысле? Выезжаем под контролем, все. Нормально, все, Паша, давай. Я привожу если классик. Да блин, мне против Бигфута будет довольно трудно. Ты куда на Луну летел? Да блин, да. Ты еще летишь там, да? Да, конечно. Ты как тут оказался? Куда я тебя запульнул-то? Охренеть. Ребят, мне кажется, там Паша по всей орбите пролетел только что. Ну смотри, я беру второй байк и отправляюсь за следующей тачкой. Так. Блин. Мне кажется, следующая тачка это будет Easy Classic. Мне реально не нравится, что ты Бигфут нашел. Подожди, а где у тебя... Бигфут! Бигфут! Я не знаю, братан. Я знаю, смотри, Бигфут было труднее всего спрятать, и я знаю, где ты его спрятал. Точно. Где? Я предсказываю, это он у тебя. Он у тебя в бассейне. Как туда забраться? Куда? Где ты? Я нашел Easy Classic, я еле его заметил. Нечестно, по крышам. По крышам запрещено ездить, Паша. Нечестно. Почему это? Я буду, знаешь что? По бассейнам. Вот стопудово есть пустой бассейн, где я когда-то прятал Бигфут из Арены Вар, и он стопудово, ты Бигфут из Арены Вар. Бигфут обычно спрятал. В бассейне в пустом. Давай. Я сейчас найду бассейн пустой, только капец. Где его найти, ребят? Я знаю. Я понял, как найти пустой бассейн, Паша. Так, у меня есть тактика. Тактика галактика. Берем, ребят, вот так. Отдаляем камеру максимально далеко и вот так едем вдоль, короче, домиков. Так, ты какой лайфхакер. Ищем пустой бассейн. Да. Я лайфхакер, лайффикер. Так что я сейчас найду пустой бассейн и там спрятан у тебя стопудово твой бигфутик. Нашел! А он пустой! Нормально, все вообще-то, хорошо. Вообще-то я смогу забраться на изи. Реально, у меня мотопаркур нормальный развит. Так что давай, ребят, это жестко! Ладно, поехали, я лучше с той стороны объеду. Ой! Камеру можно, пожалуйста, нормально? Подожди, а ты мой Бигфут нашел тут? Да, Бигфутик нашел. Да блин, это нечестно. Там и фиговое. Хотя ты мог еще по границе спрятать, Паша. Ты мог еще по границе реально спрятать. Да, так, давай. Вот тут выехать можно. Нет, куда? Ладно, вот ты тут про. Я твой мотоцикл зато нашел, понимаешь? Если вот тут проедем еще. Забираем мотоцикл, а? Забери. Забираю мотоцикл. Слушай, хороший мотоцикл у тебя такой спрятан на границе, прям синенький. Четырехколесный, с огромными колесами. Слушай, нормальный мотоцикл вообще, нормально. Да, вообще только хороший. Это твой Бигфут, Паша, а не мотоцикл. В смысле? Четырехколесный мотоцикл, говори, нашел. Ты врешь мне. Подожди, а мы рядом Бигфуты спрятали, что ли? Ты знал это? Нет. Я тоже не знал.
Охренеть, ребят, привозим. А время вышло, я даже на время реально? Не смотрел. Паша, все, ты больше очки не можешь искать. Я на время с тобой посмотреть, реально я время вышло. Причем оно вышло у нас 5 секунд назад еще. Так, я привожу, получается. А ты суперкар не нашел мой, да? Я суперкар нет, не нашел. Я скажу, он был на границе спрятан на изи. Ну смотри, я нашел Изи Классик и Бигфут. Давай, я возьму сразу, говорю... давай ты первый, бери что. А давай. Я возьму Бигфут. Нет, да! Ладно, это была моя идея, я тоже хотел Бигфут брать. Да, окей, конечно. Я беру Бигфут, потому что против Бигфута в толкучке Изи Классику будет довольно трудно победить. И тем более, он просто может его раздавить на изи. Ну что же, битва двух Бигфутов. Ребят, тогда тюнингуем наши тачки, прокачиваем их по максимуму и отправляемся на первое жесткое испытание. Ну а теперь, ребят, после тюнинга мы с Пашей встретились на авианосце, где пройдет первое испытание. Это толкучка на воде. И перед началом испытания, ребят, давайте проведем рубрику в комментариях. Битва тюнинга. Напишите, по вашему мнению, у кого тюнинг круче. Вот посмотрите на мой фиолетовый Бигфут. Монстр, просто монстр. И какое-то облачко голубенькое. Монстр вообще прям жесткий, прям офигенно. В общем, ребят, напишите в комментариях. Голосуй за Джела, либо голосуй за Фейзина. Интересно, Паш, давай, смотри, за кого больше проголосует, получит дополнительный балл. Окей? Согласен? Окей, хорошо, согласен, конечно. Все, тогда разъезжаемся в разные стороны и проводим первый раунд. Ребят, напоминаю, пишите в комментах, голосуй за Джела, либо голосуй за Флейсина. Только честно. Реально, вот оценивайте тюнинг, ребят, вы в комментариях. Кстати, в прошлом видео очень много человек проголосовали именно за тебя, Паш. Я вот считал, реально. Да? Было чуть... Ну, не считал, молодцы, точнее, я молодцы, примерно молодцы, считал молодцы, их, ребят. Но не считал. Но было в два раза больше примерно. Ну что, Паш, ты готов к первому раунду? Конечно, я готов. Раз, два, три, погнали, давай. Полетели. Толкучки. У меня тяжелее, мне кажется, мой монстр. Давай, у давай, меня на. Тяжелее. Что это? Ох ты какой. Паша, опасно. Давай, наконец-то. Ты видел? Это что за цирк? Я тебя съем. Ребят, поехали. Съешь. Нет. Не-не-не. Давай. Держу. Я тебя держу, давай. Почти довез. Да в смысле, я тебя почти до воды довез. Давай, иди сюда, вонючка. Жук, вонючка. Давай, голубое облачко. Так, давай. Ты посмотри. Видишь, как у меня звезд на тачке? У меня вообще тачка называется Космос. Фиолетовый космос. Название для моей тачки. Да. Фиолетовый космос против какой-то голубой лужи. Давай. Сам ты голубая лужа, ты чё? Давай, скидывайся, пошу противный. Разворачивайся. Давай. Оп, Паша. Ой, кто... Тихо, нормально. Ты чё? Ой, в тупичке кто-то. В тупичке. Давай. Задний ход, передний ход. Давай, так, иди, скинь меня. Давай, ты розовый. Давай, скидывай меня. Скидывай. Оп, скидывай. Не получается. Нет. А у меня получится. Давай. Серьезно? Просто одновременно упали в воду, и каждый получает по одному баллу. Погнали ко второму раунду. Ну, а я, ребят, уже восстановил своего монстра и погнали ко второму раунду. Пашу просто уничтожать. Давай, иди сюда. Это я тебя уничтожу. Голубой покемон. Давай. Оп. На тебе. Вертухана, понял? Ой. Я какая-то черепаха. Черепаха, стой. Ты куда меня толкаешь? Ты меня сюда не толкай. Ты меня вон туда толкай. Так, давай. Поехали за мной. Давай. У меня есть один план. План капкан, ты вообще видишь? Да, ты не знаешь, что я задумал. Я задумал план капкан. Давай. Оп, давай, Паша. Давай, оп, застрял, да? Ой, так, Не-не-не-не, ребят, смотрите, мой план заключается в том, что Паша я загнал в угол, а теперь поедем его скидывать. Давай, Плейсин. Здорово! Кого скидывать? Тебя скидывать едем. Ой, задний ход почему-то медленный. Очень много задом ехать. Смотри, Паша, у меня есть экстремальный номер, я могу вот так проехаться. Пошел на... Ты нахрена скид... Ты взорвался? Я, да, но ты я... Ты взорвался, еще меня скинул взрывом! Да. Блин, получается опять 1-1 счет, то есть уже 2-2, и погнали к последнему просто раунду. Ну и давайте, ребят, проверим, кто же в третьем раунде будет круче, потому что счет уже 2-2, это значит просто ничья. Ну давай, Паша, раз, два, три, погнали. Так, у меня танк круче мой, бигфутный танк. У меня бигфутный танк, я его вот так назову, фиолетовый танк. Оу, давай. На. Нет, ну блин, поехали-ка к воде, Паша, давай. Вот возле воды есть, сейчас тебя скинуть. Нет! На. Нет! Я хотел об ящике остановиться! Я через них перелетел! Ладно, счет 3-2, но я, ребят, в следующем испытании ему просто отомщу и победю его! Следующее испытание это будет гонка по бездорожью, где мы проверим, чей Бигфут будет круче. Ну что, Плейсин, ты готов? Конечно, готов. Раз, два, три, погнали. Полетели. Кстати, ребята, напоминаю, голосуйте, у кого тюнинг круче, потому что от вас зависит, кто может получить дополнительный балл. Окей, я не понял, сюда иди.
Нормально, развернула тебя. Смотри, смотри, мой любимый прием. Вот так, вот так. Какой? Давай. Во, идеально получилось. Мне кажется, правда, ты себя застопил. Правда, я насквозь не смог. Эу, я почти на тебя приземлился. Какие пакеты? Иди сюда, пакеты. Так, давай, давай. Да, мне не нужны твои пакеты, Паша, давай. Я тебя догоню. Я тебя догоню, сломаю, разобью. Я уезжаю, пока. Тебе надо колеса оторвать, точно. Слушай, а если по колесам стрелять, как думаешь? О, кого-то занесло, Паша. Блин, я не могу, я не могу. Давай, 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 давай. На Бигфуте реально очень трудно управлять, потому что у них и задние, и передние колеса поворачиваются. Их заносят. Согласен. Так. Давай, ты согласен. Сейчас будешь согласиться, что с тем, что я приеду первым. Так, нет, на ты не толкай меня, противный. И разворот, ладно, разворот. Я о, погнали. Можно по стеночке еще проехать. Главное, по чтобы стеночке? Ты меня не догонял. А! Ой, я на тебя отвлекся. Там трамплин был в конце. Да, так. Да, да. Давай, давай, давай. Спасибо. Тихо. Бигфуты просто как какие-то перышки летают. Блин, они так. Реально ужасные. Ой, так, так, давай, давай. Но у меня есть план Б, я могу тебе колесо взорвать просто. Так, давай, давай, вот тут-то тормозить, Паша. Надо, надо было тормозить, Плейзин. Получается, финишная прямая, финишная прямая. И я, ребят, зарабатываю третий балл. Все, счет у нас 3-3, и остается самое жесткое, самое последнее испытание на военной базе. Паша, ты готов к этому? Конечно, я готов. А вот, ребят, мы уже приехали на военную базу, нашли танчик, и сейчас пройдем испытание последней выжившей. Напомню правила, мы зарабатываем 5 звезд, и кого сегодня танки первого взрывают, тот проигрывает, но кто останется выше, получит 1 балл. Плейзин, ты готов? Я готов, только... Не-не-не, подожди, я сейчас... Я вот этот джип протараню, и мне надо 5 звезд, надеюсь. Раз, два, три, давай, оп. Нет, нет, задний ход, задний ход. Все, ребят, я заработал 5 звезд, это все по кайфу. Так, вон танк. Я уезжаю. Уезжаешь, да? Я вижу. Прикол в том, что танк поехал к тебе, Паш, как раз так, что... О, реально? Мне кажется, тебе не повезет. Так, давай, давай. Нет, он по тебе стреляет. Вот это было очень опасно, я хотел в ангар заехать спрятаться. Так, давай, давай. Мне повезло, мне повезло. Сейчас подкрепление приедет, как раз тебе просто хана. Ой, здорово, здорово, не надо, не едь ко мне. Тихо, господи, нормально. Я там ракеты. Слушай, я из ангара лучше поеду, потому что они могут зажать тебя в ловушку, знаешь, да, и удавно давай, расстрелять. Не-не-не, я вот тут буду прятаться, я вот тут буду прятаться. Танк, я вижу где? Танк. Я не вижу. Он сейчас будет выезжать. Не надо. Вон он танк, я тоже вижу. Тихо, да, тихо, да, тихо. Да, там да, их два, жесть. Паша. Так, ой-ой-ой, страшно. Бигфуты. Бигфуты, быстрее, они огромные, слушай, их можно. Нет, да уйди, да не тарань эту. Выезжай. У нас не толкучка. Тихо, сейчас они тебя взорвут, сейчас они поприветствуются, так. Тихо, давайте, давайте. Так, Паша, не меня не скидывай. Лёха, быстрее. Я тут прячусь от танков, а ты меня стреляешь. Ай, как вы мне попали? А где? Еее, просто стоит. Ты его даже не заметил. Смотри. Ой, он меня тоже взорвал. Ну, получается, ребят, смотрите, Паша первого взорвали. Это значит, что я получаю 1 балл и побеждаю сегодня со счетом 4-3 в этом видео. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, ребят, а на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, а также написать комментарий. У кого тюник вам понравился больше, напишите, голосуй за Джелла, либо голосуй за Флейзина. Ну а с вами был Джелл Флейзин, ссылка на Пашу будет как всегда в описании. Не забывайте переходить и подписываться на него тоже. Ну а я хочу сказать огромное спасибо за просмотр, за лайки, которые вы ставите, за комментарии, которые вы пишете. Всем удачи, ребят, всем покедова! Всем пока, народ!